Видишь, немножко по щиколотку, у меня сейчас аж ноги свои. Я купаться. Еще я думаю, что, наверное, до роду это уже мой последний выезд на море. В следующий раз сюда приедем с колясочкой. Это уже мои последние денечки. Я хочу очень сильно покупаться. Сейчас, а где ты взял? Ты рассказывай. Божественно. С холодным пивом. Пиво как с холодильника. Постояло 10 минут в море. Конечно, это ваше. Зимой все спиваете. Закончится вина. Там зарубил себе. Забыл себе, побачив аж до дна. Сегодня наша самая первая прогулка с Алисой. Мы вышли на набережную, на 9-ю станцию ФК. Алиса у нас дышит свежим морским воздухом. Вечером хорошо. Да, вечером классно, жара это спала, солнце ушло. Приехали на пляж на Карлина Бугас. И вот смотрите, какая красота тут. Вообще народу нет никого. Алиса только буянит у нас, кушать хочет. Да, Доча? Сейчас будешь кушать. Сегодня море просто класс! Когда Тая была маленькая, мы тоже сюда с ней с коляской приезжали часто. А сейчас с Алисой? Да. Стояла, и мне кажется, что она прохладная. Вода огонь. Кто-то улыбается. Кто у меня улыбается? Доча покушала. Тая, Тая, а кто ныряет в шляпе? Я. Подними. Кто ныряет? Волосы убери под глаз. Остаюсь. Волосы. Мам, ищу шляпу. Сегодня вкусняшка прям. Лавашек. Я вчера должна была в 12 ночи это все делать. Мне было лень, я легла спать. Утром встала в 7 утра, бегом накрутила эти лаваши. Грязь влезли. Сюда иди, Ася, ко мне. Иди сюда. Ася, ставь чуть-чуть формы на. Все. Он идет завтра за мной, что-нибудь. Да ничего, подними вверх. И все. О, мама, на, покорми. Ася, возьми его, Алису. Будем бодаться? Оставьте ее формы. Я тоже. О, слышишь, он пищит? Он пищит, мама. Мама хочет позагорать, а Алиса мне не дает. Да?
У меня аж камера не включается. Похоже на головастика, знаешь? Головастика, который тонет в болоте. Горячая вода. Она тепла, нормальная вода. А что ты синяя? Это макияж. Или на подсвет. Давай теперь ты. Единый только разведи руками. Головастик. Я сюда не выйду. Я не могу. Давай. Нет. Я не могу. Давай. Это самое страшное. Давай. Морж. Все, а теперь самое страшное отсюда вылезти. Если он боится выйти, поэтому плавает туда-сюда. Я не видела, что тут ступенька закончилась. Я же тебе сказал, здесь глубоко. Да? Дима, если ты нас смотришь, тебе привет. Вот. И тоже ехали на остров, и тоже отдыхали дикарем. Но год спустя мы приехали на полуостров, и не дикарем, И уже втроем с маленьким нашим сокровищем, которое спит вон в колясочке там. Я сама в шоке. Казалось бы, только год прошел, вообще год. И как за год очень многое поменялось. Да. Холодное в море сегодня.
пляж в 15 километрах от города. Вода чистейшая, народу немного. Хотя сегодня воскресенье, но для воскресенья это просто пустой пляж, можно сказать.